Евротрак Симулятор 2 мультиплеер. Всем привет. Везем второй груз. Заходим на сервер. Итак, у некоторых людей была проблемка. Не обнаруживался груз, а все потому, что у кого-то не был прокачан до 4 ранга дальние инстанции. Я вот докачал до 4 левела, и доступны перевозки до 1000 километров. Ну и плюс нужен DLC Италия. А на 3 ранге не были доступны. Все потому, что немножко большое расстояние до ближайшего города. Самый ближний у нас Мюнхен в списке. 845. Там плюс-минус, наверное, не хватает для 3 ранга навыка. Штутгарт. Там вообще за 1000. Братислава. 970. Прага. 1100 тоже с плюсом. Так что получается, в Анкону, чтобы вести груз, нужен хотя бы 4 ранг навыка на дальние перевозки. Так что так. Идем за грузом. Мы находимся в Менхейме. Менхейм. Расстояние приличное. Вот он, наш груз. Внешние заказы. Теперь уже есть. А на 3 ранге его не было. Тысяча километров. Офигеть. Ну чё, погнали. Стартуем сразу с гаража. Разворачиваемся. Толпа людей уже стоят, тусуются. Перевозки полным ходом. Так, ты что делаешь? Пропускать не учили. Оттаранил. Там груз снизу. Заруливаем. Джекал НБ. Поехал. А вот он, наш груз. Белый спортивный грузовичок. Со своей автомастерской.
надеюсь, за кем-то подцепимся конвоем, чтоб не скучно было. И Веко. Второй номер. О, здорово, чувак этот, который подрезал на перекрестке тут. На встречу едет. Эй, ты что делаешь? Потише. Стоял и решил поехать. Зеркала не смотрит. Кто-то там впереди едет. Походу тот чувак, который, пока мы за грузом поворачивали, он как раз выезжал. Надо его догнать. Темновато еще. Так, блин, аварийка включена. Стартуем. 1050 километров. Сдуреть. Заправочка, бензин нам не надо, а чувак на заправку заехал. Можно было подождать его. Вот чувак на дороге стоит, делать никак. Ну, может, догонит он. Все, пустая дорога. Жалко, что в салоне тиховато. Сделали функцию, чтобы типа как с открытыми окнами ехать. Узкая дорога с поворотами. Вдали городок. Вот это тут рядом. В онлайне. Он сзади едет кто-то. Огни видно. Но самого грузовика не видно. Встречка. Здорово. Поворотец. Кто там сзади? Не видно. Костин какой-то.
Так, подъемчик. С какой скоростью тут можно заехать? 55 нормально. Наверное, можно под 60, 65. Так, сзади кто там? Как раз этот Костин, наверное. Пустым едет. Несется там. Ха, не вписался. Затыкал на дороге. Где он там несется? Надо пропустить дорогу ему. А то еще врежется в тему. Здорово. Еще раз. Не спи за рулем. Сзади там никто не догоняет. Пятьсот км осталось. Костин еще в зоне видимости. Терри едет на встречку. Здорово. Терри. Костин еще впереди мелькает. Куда ж он так едет? Пустую, холостую. Сзади никого. Едем себе потихонечку. Так, кто тут на встречке? Shadow. Упел. Здорово. Чё, куда едете? О, конвойчик. Здорово.
вместе катят куда-то. Приемка. Приемка. Так, поворотик. Вкатываем. Сзади не видно никого. Тидит. Один подъемщик. На узкой дорожке 75-60. Нормально заехали. Сзади по-прежнему никого. Пусня какая-то тут. Авария. Здорово. Заснул за рулем. Или не вписался. Или с кем-то не разминулся. Сзади видно, кто-то догоняет. Впереди кто-то стоит. Подключается. Здорово, здорово. Давай догоняй. Еще кто-то настигает. Туннельчик. Сигналит. Нифига себе. Под 140, наверное, катит. 120. С грузом. Невио. Недалеко от нас.
Так. Узкий туннельчик. Самое главное в таких туннелях, чтобы не было засады внезапной. Пока все норм. Воу, нифига себе. Туркей. Тура какой-то промчался. Так, впереди какое-то скопление. Интересно, что здесь. Притормаживаем. Кто-то не вписался. Здорово, пацаны. Везут оранжевые грузовички. Конвой у них, наверное, организован. Откуда, интересно, они едут? Сейчас могут, может, догонят. Буду впереди них. Еще тут гоняют. Бесприцепные. Те ребята въедут сзади своим ходом. Едем дальше. Прикольное место. Такие горы, обрыв, мост. Те где-то там далеко. Туннельчик.
это здесь река, город, причал небольшой. Прикольное место. Мини-городок рядом с рекой. Межгор. Немного попробуем сбавить, чтобы подогнали ребята сзади. Проскочим сюда. За мной заехал. Те тоже что-то тормознулись. Заедем на заправку. Подзаправимся на всякий случай. Полный бак. Здорово, да. Молли. Тоже на мэне. Так, больше тут никто не проскакивает. Никого. А, нет. Еще один. С оранжевыми грузовичками. Едут. Так, сейчас этот пропускной пункт. Надо не отставать. Там сзади проскакивает сквозь шлагбаум. Нормально. Вот так уже поинтереснее в толпе небольшой конвойчиком. Выезжаем уже к Италии, на итальянское шоссе, хайвей. Потихоньку светает. 4 утра.
нормальном расстоянии держимся друг от друга. Едем в Анкону. Тарина здесь, Женева. Сворачиваем на Парму и Болонью. Прикольный хайвей такой тут в Италии. Вот чувак подскакивает к нам. Так тихо, чуть не подрезал. Хорошо, что есть такой быстрый доступ оплаты без активации. Проезжаем. Красивый восход. Пьяченза какая-то. Справа. Что-то я вижу. Джакал НБ, тот же тип, с которым мы стартовали, с Мэнхейма, за мной тянется. Вроде это он. Где-то там крадется. Спустим немного скорость. Да, походу это он.
едем вместе почти. Туда он на заправку ушел. Теперь так подохнула меня. Немного приближается. Триста км осталось. О, кто-то там несется по левой стороне. Быстро. Прикольный у нас мост сверху идет. Добавляю скорость, чтобы немного приблизиться. Теперь поехали. Так, сейчас поворот будет. Немного сбавим. Здесь можно было 65, 70 залетать. Солнце прорезается сквозь горизонт. Едем вместе. Нормально так. Бизнес. Попробую пропустить его. Где он? Что-то он тоже затормозил. Странно.
Ехал, ехал и пропал. Подбавим скорость. Вроде опять появились они. Наверное, он с кем-то едет. Не сам. Jackal NB. Не видать. Тю, он на заправку поехал. Капец. Ну ладно, фиг с ним. Некогда ждать. Все, поехали по полной. Весь КМ уже позади. Вот, с лодочкой едет. Сам уклон, видать. В обратку. И веко. Время немного медленнее идет, чем в базовой игре. Не так быстро смена погоды идет. Плотина. В окружении никого. Городочек Кесаро.
а навстречу едет челик. Десятка мы осталась. Уже близко. Начнется движуха. Хотя может и поменьше быть. Потому что не всех есть. Италия. Он тут стоит. Вроде пробок нету под городом. Заезжаем в Анкону. Админы, что ли, здесь тусуются. Опа. Ура, перекрыл проезд. Направо. Длинномер. Заезжаем в городок. Кольцо небольшое. Людей хватает. Резкий поворот. Встречку никого, хорошо. Туннельчик. Воу, потише. Чуть на встречку не выезжают эти легковушки. Аккуратненько зарубиваем. Ой, портовской город. Ёпта. Подзависла. Выкинула сервера. Ну и ладно. Меньше пробок. Меньше потасовок. Заезжаем в одиночку. Оно и к лучшему. Спокойно припаркуемся туда. Красивый такой порт. Интересный. И ЖД здесь. Гараж.
вот уже финиш. Яхточки. Смотрим парковку. 90 XP. Берем. Заруливаем. Красивое место. Порт такой. Паркуемся. Есть. Довезли. Второй груз. Джейхан. Team Racing. Манкону доставлен. Порядочек. Такая вот Анкона. Кому было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем ехать дальше. Ждем новый город.